Йом Кипур, самый святой день у евреев в еврейском календаре, день прощения грехов, день, когда заново налаживаются наши хорошие отношения с нашим Отцом, Творцом Вселенной. Но для этого надо, чтобы и отношения детей Всевышнего, евреев между собой, тоже были хорошими, добрыми, чтобы не оставалось ни у кого обиды на другого. И вот так вместе в мире и согласии мы приходим в Йом Кипур в синагогу просить у Всевышнего нового, хорошего, сладкого года. Oh!